球的。Скажите, как это было? Я находился в кухне. Вдруг страшный грохот. Ну, точно земля обрушилась. Говорят, проклятая скала была разрезана мгновенно. Зато теперь наш город знаменит. Хозяин просто счастлив. Газетчики, радио. Кстати, не хотите ли прослушать? За прослушивание 10 фенигов. У вас есть радио? О, мы идем в ногу со временем. Одну минуточку. Пожалуйста, действует не хуже, чем на катодных лампах. Вы можете услышать Берлин, Гамбург, Париж. В Кельнском соборе сейчас обедня. Вы услышите орган. Пожалуйста, поверните в левый рычажок. Все прошло, все. Ах, мой милый Августин.
Августин, 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 все хорошо. Да, похоже, гладкая поверхность оплавлена. Я сделал этот сколок с основания упавшей скалы. Вы считаете это действием аппарата? Но нужно еще доказательства. Посмотрите газеты. Показания очевидцев, горящие птицы. Идеально ровный срез. Говорят, он дымился раскаленный, и вода кипела вокруг. Ну, может быть, это была молния? Молнии не было. Не было. Да, человеческий ум ограничен, но для дела лучше доверять ему, чем сомневаться. Значит, вы верите в это? Не знаю. Нет. Я несколько лет занимался этим. Мечтал о таком открытии. И знаю, невозможно. Никогда. Нет, я не верю. А кто верит? Мой дядя. Господин Дитц, президент анилиновой компании «Кольвиц», трудно представить себе, он слишком практичен. Он послал меня туда. Кто-то его информировал об испытании теплового луча. Ему даже известно имя изобретателя. Гарин. Гарин? Опять этот странный господин. Я кое-что слышал о нем. Когда это было? Совсем недавно, если верить газетам. Я просматривал кое-какие сообщения, но мысль о тепловом луче не приходила мне в голову. Есть трудно объяснимые факты, перед которыми не следует отступать. До встречи.
Здравствуй, дядя. Я выполнил поручение. Срез оплавлен, несомненно. Больше ничего не могу сказать. Я разговаривал с Райхером. Я знаю, что это секрет, но я ученый. Я должен был посоветоваться. Он не верит в тепловой луч. А ты, Генрих? Я тоже. Дорогой Штуфен, информация вашего человека неосновательна. Соедините с Парижем. 31-10-1. Спасибо. Мой племянник серьезный ученый, он не верит в тепловой луч. Шефер слушает. Говорит Штуфен. Действуйте. Биржевые сводки, сообщения. Благодарю. Дневные и вечерние газеты, мистер Роллинг. Читайте. Пари Суар. Чего ждет мистер Роллинг в Европе? Его предприятие закрывается, но не едет в Америку. На что он надеется? В промышленных кругах банкротство фирмы считает делом решенным. Ее глава ведет себя с завидным достоинством, позволяет себе даже приобрести концессию на геологические изыскания в Андах. Что это? Уверенность или жест отчаяния? Что творится в его душе? Шефер. Сообщите директорату и в прессу. В последние дни я вел переговоры о слиянии фирмы с другой компанией. Я уверен в успехе. С какой именно? Секрет. Пресса свяжет это с приобретением южноамериканской концессии. Значит, все-таки есть надежда. Надежда всегда есть, Шефер. Уверен, что про меня уже строчат некрологи. Жду только дня. Шефер, достаньте мне один некролог. Вдруг все изменится. И завтра мое. Войдите. Доброе утро, мадам. Доброе утро, Янсен. Проходите. Радио от мистера Роллинга. Интересуется погрузкой продовольствия. Возможно, скоро отплытие. Вот как? Садитесь. Прошу вас, садитесь. Благодарю вас. Вы верите в Бога? Иногда, когда слишком штормит. Как в старину морские пираты. Мадам, я получил хорошее воспитание. Я не сомневаюсь в этом. А разве вы? Нет, Янсен, я не религиозна. Просто боюсь быть одна. Хочу, чтобы был человек, на которого можно было бы положиться. Я... мало вас знаю, но мне кажется, что вы из тех, кто может быть предан. Спасибо. Янсен, вы знаете заброшенный собор у порта? Да, мадам. Один человек в знак высшего счастья, удачи всей жизни, вошел в этот собор. Его убили.
Так вот, я давно собираюсь пойти туда. Погадать на свечах. Есть такая примета. Я знаю. Да не смею. Пойдемте со мной туда. С удовольствием. Левая свеча моя. Моя рядом с вашей. Последний его. Идемте. Идемте, идемте. Быстрее. Идемте. Идемте. Войдите. Радиограмма для вас только что получена. Читайте. Случилось неожиданное несчастье. В пятницу в 12 часов жду у гостиницы «Сплендит». Выполняю поручение Гарина. Тыклинский. Какой сегодня день? Пятница, половина 12. Я приготовлю лодку. Спасибо, Янсен. Почему мы должны к нему ехать? Я хотел услышать твое мнение, милый Генрих. Штуфен очень влиятельное лицо. Он? Да вы все с ума сошли. Разорившийся фабрикант пишущих машинок и ты, фон Диц. Покойный отец не пустил бы его дальше передней. Твое высокомерие неуместно. Через несколько лет в Германии к власти придут такие, как Штуфен. Детали уже пришли? А я вовсе не сторонник их движения. Мы люди одного общества, Генрих. Кроме того, именно он пригласил меня к себе и рассказал обо всем. И ты ему веришь? Ты же сам заявил, что съезд оплавлен. Это ничего не доказывает. И ничего не опровергает. Цель Штуфена в том и состоит, чтобы получить доказательства. Ему-то что за дело? Я говорю тебе, что ты его недооцениваешь. Он думает о будущем.
Поставь себя в положение Роллинга. Положение банкрота? Вот именно. Какой выход? Самоубийство. Ну что ж, прекрасно, аристократично. Самоубийство или уничтожение конкурирующего предприятия аппаратом Гарина, нашего предприятия. Это же убийство. Кто на такое решится? Дай бог. Но Роллинг в исключительной ситуации. Сделай он это, ни в чем его не обвинишь. Невидимый тепловой луч. Если он существует. Вокруг завода в Кольвице выставлена сейчас такая охрана, что заяц не пробежит. Завод расположен на равнине. Горный массив в 5 километрах. Ударить можно только оттуда. Если что-нибудь случится, значит, действительно существует это фантастическое оружие, тепловой луч. Видишь, Генрих, знать, что такое оружие существует, это очень много. Это стоит завода. А такие люди, как Штуфен, придя к власти, отблагодарят компанию. На развалинах этого завода мы построим новый, более мощный. К тому же он застрахован. Улик все равно не будет. Никто не должен знать, что есть такое оружие. Эта старуха еще помнит блаженное время, когда ее жених возвращался из-под седана победителем французского императора. Весь пропахший солдатской кожей, бородатый, громкогласный. А она совсем еще девочкой встречала его за городом. На ней было голубенькое платье, ленты, цветы. Германия летела к победам, к счастью, к свободе. Вместе с веселой бородой ее жениха, вместе с гордостью и надеждой, что скоро весь мир будет завоеван. И вот поражение и нищета. Не говори Штуфену, что Райхер в курсе. Я обещал, что никто не узнает. Ты боишься? Да, за тебя. Милый Генрих, Штуфен уверен, что аппарат существует. Нет, это невозможно. Приветствую, Штуфен. Рад вас видеть снова, Хердиц. Это Вольф. Ваш племянник? Да. Охотно побеседую с вами, Герр Вольф. Ну, пошли. А у меня новшество, Хердиц. Вижу, вижу. Вы поставили на башню радиоантенну. А как же, мы идем в ногу со временем. Ногу, ногу, ногу. Генрих, пойдемте ужинать. Послушайте, профессор, похоже, что это удалось. Что, тепловой луч? Да. Есть новые доказательства? Прямых нет.
Но, вероятно, будут. Только не считайте меня сумасшедшим. Хочу, чтобы вы знали, если в ближайшее время на заводе в Кольвице произойдет катастрофа, это действие теплового луча. Кажется, ему удалось, и я счастлив, если это так. Хочу поговорить с ним. Увидеть его своими глазами. Вы вовлечены в какую-то игру, правила которой мне неизвестны. Правило одно – молчать. Что с вами, Генрих? Я поеду туда. Сам встану на крышу склада, пусть прямо в меня. Лишь бы знать, что это существует. Что, кто-нибудь хочет взорвать завод с помощью теплового луча? Не знаю. Но если луч действительно существует, то почему бы нет? Доля секунды, и никто никогда ничего не узнает. Я по-прежнему считаю, что все это мистификация, обман. Но если вы что-нибудь знаете, Генрих, это слишком серьезно. Когда вы едете в Кольвиц? Сегодня. Я уже заказал номер в гостинице у завода. Но ведь у вашего дяди, кажется, в Кольвице есть дом. Не хочу, чтобы он знал. Когда вы возвращаетесь? Через несколько дней я позвоню. Я не хотел говорить вам. А теперь даже рад, что сказал. Мало ли что. Идите, профессор. Ваш ужин остынет. Так и знал, что найду тебя здесь. Здравствуй, что тебе надо? Ты знаешь, он звонит. Ну и что? Твой отказ оскорбил его. Оскорбил? Фон Штуфен хочет завладеть аппаратом. Почему я должен ему помогать? Его беспокоит, что ты все знаешь. Я его за язык не тянул. Ты работал над этой проблемой, и лучше других поймешь принцип аппарата. Я не шпион, а ученый. Фон Штуфен того и хочет, чтобы с Гариным разговаривал ученый. Позвони ему. Нет. Генрих. Как он мелок. Как ничтожен твой разорившийся фабрикант с его бредовыми идеями по сравнению с этим. Смотри, какой силы был огонь. Точно алтарь? Да, алтарь. И только один Бог, которому верю, которому поклоняюсь. Прошу. Вот он. Да, Херр Вольф. Анилиновый завод. Я предупреждал. Не очень-то приятно спать, когда ветер с севера, а на той стороне есть первоклассный номер. Нет. Я останусь здесь. Учтите, на складе с Титрилом аварийная ситуация. Об этом даже писали в газетах. Так что работают только в дальних цехах. Херр Вольф, имейте в виду,
эта штука иногда взрывается по собственному капризу. Имей честь. Всего хорошего. До свидания. Мистер Роллинг, вчера без четверти два вы вышли из ресторана Грифона, а в контору вернулись только в 4. Это единственный пробел в моих записях. Но я знаю, никаких переговоров о слиянии вы не ведете. Гарин, погрузка Аризоны. Вот все, чем вы занимаетесь. Последний месяц, час за часом. Вы обманули меня. Как лжете всем. Как вы об этом пожалеете, мистер Роллинг? Отличная мысль, Роллинг. Испытать аппарат в пути. Не ожидал от вас. Не ожидал. Какая скорость. Прекрасный поезд. Вы любите скорость, Роллинг? И где же вы намерены его испытать? Там, где эта железная дорога проходит по возвышенности, в 5 километрах южнее Кольца. На заводе анилиновой компании аварийное положение на складах титрила. Самый подходящий момент. Ну что же, право испытать аппарат по договору принадлежит вам. Сколько нужно времени, чтобы подготовить аппарат? На цель. Послушайте, Роллинг. Луч аппарата будет виден? Нет. Вот он. Видите огни? Вижу. Это завод. Приготовьтесь. Thank you.
Сначала птицы. Я видел. Доктор Генрих Вольф? Гарин. Гарин. Значит, он здоров. Да, легко отделался. Мы все время даем ему снотворное, как и просили. Хорошо, теперь мы его выпустим. Я получил указание, разумеется, не от Роллинга. Возможно, этот русский располагает важной информацией. Только вот что, пусть он считает, что его освободили другие, не вы и не я. Мы инсценируем нападение. Инсценируем? Ну да, пусть поймет, что в игре участвуют и другие, не только те, кого он знает. Инсценируем. Ну и задача. Ладно уж, постараемся. Гарин не согласится. Да, по вашим словам, он не игрок. Пусть знает, что часы пущены. Это поможет ему пережить проигрыш. Он осторожен и постарается себя оградить. Нельзя рисковать. Мы захватим аппарат и пустим Гарина. Мы готовили одного ученого для работы с аппаратом. Но он, к сожалению, погиб. Роллинг собирается уезжать. Куда? Не знаю. Сказал, что рассчитывает на меня. А вы не спросили? Это опрометчиво. После истории с трупами я не задаю ему никаких вопросов. Он меня боится. Снимите повязку. Но поймите, больному назначено лечение сном. Только что начался очередной сеанс. Одежду, документы. Это незаконно. Приготовьте. Быстрее.
возлагаем любую сумму за сведения об инженере Гарине и его изобретении. Гостиница «Черный дрозд»? Да. Господин Шульга? Да. Вы прочитали нашу записку? Да. Ваше решение? Я отказываюсь обсуждать этот вопрос по телефону. На углу за сквером напротив кафе наш автомобиль. Мы ждем. Хорошо. Если меня будет спрашивать русский по фамилии Гарин, отдайте ему это. Там написано имя. Рад, что вы согласились выполнить нашу просьбу. Код радиоволна для связи. Благодарю вас, господин Шерга. На моей родине Гарину будут созданы все условия. Жаль, что вы так и не представились. Кто вы? Простите, но и вы не сказали, кто вы. Я немец. А я русский. Извините, ключ. Нет, 45-й. Пардон. И письмо. Письмо забрали. Значит, приходил. Тот господин, которого вы ждали. Да. Он взял письмо и просил передать, что ждет вас на яхте «Аризона» завтра. Спасибо. Дорогой Алексей Семенович, расчет оказался верным. Гарин клюнул на письмо и теперь ждет меня на яхте Роллинга. Может быть, это ловушка, но выхода нет, я должен ехать. Вы, наверное, слышали о взрыве завода в Кольвице? Уверен, что это работа теплового луча. В прошлый раз я вам писал, что за Гариным уже охотятся. Тем более я должен ехать. Ужасное все-таки положение, товарищ Хлынов. Надо бить во все колокола, обратиться к властям. Но кто здесь поверит? К тому же Гарин наверняка спрятал аппарат. Спугни его, и все пропало. Итак, я отправляюсь на яхту. В отеле «Сплендит» мадам Зои нет. В телеграмме Тыклинский назначил встречу именно там. Тыклинский? Да, Тыклинский. Мы вас ждали только завтра. Завтра? Да. Ну что ж, подождем до завтра. Прошу вас. По распоряжению мистера Роллинга я подобрал надежную команду. Каюта мистера Роллинга находится наверху. Бернар. Мой помощник. Инженер Гарин. Яхта готова к отплытию. Прошу. Моя каюта.
каюта моего помощника, каюта секретаря мистера Роллинга, каюта мадам Зои. Ваша каюта, обшивка стальная. Прошу вас. В вашей каюте, как вы просили, мы установили сейф. Господин Гарин, капитан Янсен, к вашим услугам. Спасибо, Янсен. Вы свободны. Попросите, чтобы принесли чаю. Прошу вас. Так кто же вы, Василий Витальевич? Друг или враг? Враг, Петр Петрович. Да? Обычно ведь это скрывает. Ситуация изменилась. Вы в капкане. Аппаратом могут завладеть те, кто использует его как оружие против человечества. Кто же это? Националистическая организация в Германии, которая стремится к захвату власти. Их человек встретился со мной, полагая, что я связан с вами. Предложил сотрудничество. Вот радиоволна, на которой вы должны дать свое согласие, иначе грозятся захватить силой. Как вы знали? Думаю, что кто-нибудь из людей Роллинга. Но это мое предположение. Подчиняться не собираюсь. Пусть нападают. Мы самый вооруженный корабль в истории. Это им известно. Вероятно, есть какой-то план. Они ведь не знают, что вы не можете производить аппарат серийно. Что же вы мне предлагаете делать? Не буду скрывать. Отказаться от своих планов. Вернуть аппарат в Россию. Там его используют для прокладки горных дорог, для постройки шахт. А вас для того и послали, чтобы мне это сообщить? Не совсем. Прежде всего, я должен был убедиться в существовании аппарата. Нет мне пути назад. Вопрос лишь в том, как поступить с вами. Вообще, мне нравится, что вы пришли сюда без оружия. Кстати, извини, что пришлось вас обыскать. Василий Витальевич, предлагаю вам союз. Вы обязуетесь не прикасаться к сейфу, не иметь оружия, не подходить к радиорубке, а я оставляю вас здесь. Вы поплывете со мной в Южную Америку. Зачем? С помощью моего аппарата я добуду золото, а потом уничтожу аппарат. Вы вернетесь в Россию и расскажете об этом. Не хочу, чтобы меня вечно преследовали. Ну-ка, дает слово не прикасаться к себе.
Даю. Ну да, он ведь двойной, его даже взорвать трудно. Понимаю. Только зачем же уничтожать, Петр Петрович? Отдайте. Еще бы! Еще бы! С помощью моего аппарата вы добудете столько золота и металлов, что мое богатство просто будет обесценено! А я хочу власти! Власти над миром! Хотят это брать? Пусть попробуют! Чем скорее, тем лучше! Весь мир пусть восстанет против меня! У вас в роду душевно больных не было? Представьте себе, нет! Вы становитесь врагом человечества, Гарин. Человечество меня не интересует! Моя цель иная, высшая, абсолютная свобода! Да бросьте вы, ваша цель золото! Ничего нового не выдумали. Только разбудили в человеке алчность и ненависть. В человеке? Ну, Василий Витальевич, человек, что это такое? Это же ничтожнейший микроорганизм. В несказуемом ужасе смерти, вцепившийся в глиняный шарик земли. Я не в аппарат свой верю, в себя. Я чувствую в себе силы подчинять людей своей воле. Я ведь подчинил всех, кто мне был нужен. Риво, Тыклинский, Ленуар, Роллинг. Аппарат — это только инструмент моей воли. И Манцева. Манцев. Манцев, да. Манцев. Где вы нашли письмо? В вещах. В вещах. Я так и думал. Но меня, я надеюсь, вы не собираетесь подчинять своей воле? Неизвестно. Только не становитесь на моем пути. Нет, ну вообще-то вы со мной говорите откровенно. Я тоже с вами, Антурну. Ну, принимаете предложение? Приходится. Выхода нет. Иначе вы скользнете. Ой, значит, теперь мы вместе. Любопытный человек. Ай. Раз, два, три, четыре. Вышел зайчик? Погуляй. Мера предосторожности. Простите. Скажите, Шефер, утопленники всплывают? Если не привязывать грузы? Я спрашиваю, на море, если человек утонул. Значит, утонул. Бывает неосторожное движение, или смоет волна, или какая иная случайность. Все эти жертвы относятся к разряду утонувших. Полиция обычно не сует носа. Господин Гарин, мадам Зоя находится на ферме Кью в 20 километрах от города. Вы точно знаете? Проверьте, пошлите Янсена. Без Зои мистеру Роллингу будет легче убрать вас. Шуму меньше. Он ведь ненавидит вас, мистер Гарин. А вы? Преклоняюсь. И хочу, чтобы вы были живы. Как благодарить вас? Я не рассчитываю на благодарность. Паук.
спокойно. Мадам! Завтракать? Долго мне еще торчать здесь? До письменного указания Роллинга. Роллинга? О, Господи. Роллингу чертовски везет. Бог покарал всех его конкурентов. Ты, Клинский, ты всю жизнь не на того ставишь. Мадам, в этот раз я попал в яблочко. Зоя, первый выстрел в воздух, второй по ногам. Таков приказ Роллинга. Зоя, ну я ж предупреждал. Привет, капитан. Письмо от хозяина. Господин Гарин, все в порядке. Спасибо, капитан. В кухне. Вдруг страшный грохот. Ну, точно земля обрушилась. Говорят, проклятая скала была разрезана мгновенно. Зато теперь наш город знаменит. Хозяин просто счастлив. Газетчики, радио. Кстати, не хотите ли прослушать? За прослушивание 10 фенигов. У вас есть радио? О, мы идем в ногу со временем. Одну минуточку. Пожалуйста, действует не хуже, чем на катодных лампах. Вы можете услышать Берлин, Гамбург, Париж. В Кельнском соборе сейчас обедня. Вы услышите орган. Пожалуйста, поверните влево этот рычажок.
Похоже, гладкая поверхность оплавлена. Я сделал этот сколок с основания упавшей стены. Thank you.
осел, да? Человеческий голос этого не может. Это правда. Что? Это правда.